Всем привет, я Спрайт. Обрезки. Так, ну давай тогда дальше. Ага, секретная миссия с пандочками. Смотрите. Найдите секретное место в темных джунглях. О, я что-то не нашел здесь? В смысле, тварь? Ты тварь? Я все посмотрел, тварь, собака. Прикол, собака. О, смотрите, неизвестный артефакт. И все остальное у меня уже есть. Ну, пойдем. У меня новый артефакт есть. Подожди, я видимо. Так. Осколок упал глубоко в джунглях и создал ужасное существо. Чудовище джунглей. Так нельзя позволить этому гнусному зверю распространять заразу с Феракста. Капец, давай. Давай. И где у меня новый артефакт? Меня обманули? Подождите. Прикол. Ну ладно. Пойдем. Сейчас попробуем FPS и посмотрим. Вроде нормально, все, не проседают. По центре, а может не изучать, а заспидранить? Просто чтобы посмотреть, что там в конце будет. Может быть спидран? Не буду отходить вот на вот такие вот штуки, на которые я прямо сейчас отхожу. Что, спидранчик как? Подарок есть? Подарка нету. Влюбляем, идем. Но мне надо побольше стрел. Мне хотя бы стрел надо нафармить, чтобы с боссом сражаться. Я с боссами только стрелами и сражаюсь. Потому что я сыкло. Что? Давай пока. Почему по 100 урона там какие-то... А, это от брони вылетает. Все, короче, не трачу стрелы. Стараюсь не тратить вообще стрелы. Но вот эта локация, это такое чувство, что, ну, вот в Minecraft Dungeons в основном все локации были разные, да, они очень различались. Здесь по тем же самым джунглям иду. Как бы взяли одни и те же джунгли и сделали из них две локации. Какой, в чем смысл? Ну, что-то поленились, мне кажется. Как бы. Хотя про джунгли-то это, DLC-то про джунгли. Так, поехали. Здравствуйте. Ой-ой-ой! Так, что-то подсосал, пацаны. Какой-то лук подсосал. Нажал на кнопочку. Блин, смотрите, из золотые полублоки. Блин, как же круто выглядят золотые полублоки. Смотрите. Короче, подрубаю спиды. Я на спидах, здравствуйте. Все, давай, пока. Все, открываем я двери. О, блин, придется, видимо, бешенство, огненный след. Блэд, чем бы его... Сейчас. Пусть мне скелет чуть-чуть поможет и... Есть. Блин, я в огне стою. Есть. Там еще один. Блин, не хочу стрелы тратить. Надо их по одному еще? Выманивать. О, быстро проходит, с 13 зрителей поднял сюда сотен. Откуда все деньги, мальчик, суд не заботит? Донаты летят, это сосок заводит. Здравия желаю, ждите завтрашнего завтрака с утра. О, прикол. Блэд, как-то может его... Сейчас. Смотрите, пробегаю насквозь, да? Беру вот этих скелетов. Блять, одного всего лишь скелета приручил. Придется тратить.
Блэд. Блэд, блэд, блэд. Сейчас. Так. Сейчас. Есть. Все, помогите, помоги зомбу, помоги. Что ты ко мне идешь? Помоги. Так, можно сюда отвлечься. Блин, по центре, но мне стрелы нужны теперь. Ой, там свинка. Или сундук. Да, просто сундук без свинки. Все, врываюсь. Сундук есть. Не зря сюда пошел уже. Уля, дива. Еба! Сто десять. Вампиризм. Дальше. Лучезарность, по-любому. Повышение урона, наносимого раненым врагам. Взрыв. Критический удар. Дает шанс нанести критический удар с уроном тройной. Ну да, чтобы миллиард урона наносить, реально. Блин, или чтобы больше они получали. Да, чтобы они... Смотрите, чтоб раненые враги еще больше получали урона. Или 20%, это 20%, это примерно каждый пятый удар. Взрывы говно. Так, давай крит. Давай крит. Это сюда. Так, а ну-ка. Но. Так, ну сейчас попробуем. Но! Ебать, 7000! Но! Сак. Блин, ну то, что подтягивает, это не всегда круто. Потому что к тебе могут подтянуть миллион. Но я хилюсь теперь. У меня есть и вампиризм, и лучезарность. Но! Смотрите, какие, блин, крутые золотые полублоки. Добавьте золотые полублоки. На, быдло! Ты сегодня будешь сак. Лё! Чё-то лучезарность вообще как будто не срабатывает. Капец! Ну у меня такая оружка уже была вроде. Или хотя бы что-то вроде того у меня было. Так, приручаем. Но! 14000! 14, Карл! 14000! Но! Капец! Но! Ну, прикольно оружие, конечно. Но! Еще если под грибочком влетать, вообще топочка. На, все, пока. Опа. Ой. Мама пришла. Ой, блядь! Ой, дурак! Дурак! Не взрывай меня, крикер. На, крикер. Ай, блядь, крикер меня взорвал. На, быдло. 7000 урона. Как тебе такое? На! 2000. Еще! На 7000! Не! Говно какое-то. О, стрелы! Ладно, стрелы нужны. Стрелы нужны, побежали. Так. Так я не буду с Лидана вообще смотреть, даже потом. Ой, а тут замес, походу, будет. Слишком большая площадь, мне кажется, как будто должен быть замес. Новый левел. На! Так. Или не будет, видимо. Не будет? Но, видимо, не будет. Улю-лю-лю-лю-лю-лю. Все, валим отсюда.
Валим на гелике. Оп. 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 И обычных я с первого удара еще и примагничиваю сразу следующих. Вообще класс. Так, а это что за зачар у тебя? Ой, блядь, он 700 урона мне наносит. Давай, пока. Мне такой урон не надо. Припасы. Есть. Припасы. Есть еще припасы? Так, кнопочка. Разлетелись отсюда, быдлы. Так, открыл. Сейчас, подождите, там вот этот вот аппендикс какой-то очень интересный. Как-то туда как будто можно попасть, видите? Сейчас. А как же туда? Сейчас, туда как-то как будто можно реально попасть. А ну. Смотрите, сейчас. Сейчас. Вот сюда. И вот сюда перекат. Нет. Блин, интересно. А, скорее всего, это выход из какой-то крипты, которую я пропустил, наверное. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, а это что? Блок изумруда. Какой-то реальный изумрудный блок, пацаны. Так, сейчас я сначала тут стрелы возьму, если будут. Вот это что такое? Так, ну все, пошли. О, Макакис, привет. Блин, у Макакиса много. Ой-ой-ой, сейчас умру. Блин, с Макакисом, короче, нельзя. Надо его приручать всегда. Блин, тут прикольный бассейн. И туман такой классный. Блин, Макакис. Есть, Макакис. Блять, Макакис. Все, я приручил Макакиса, все. Тяжеловато. Так. Крипскер, блядь! Ой, ой! Давай, так. Так, пан. Есть, что-то дали. Что-то дали. Давай сюда. Ну, такой же, видимо, молот, только не за чаром. Так, здорово. Ну, видимо, мне придется что-то сделать. И кто появится? Крипскер? Иди своих друзей взрывай. Копье? Ну, нормально. Блэд, я не успеваю отхилиться, когда я их всех присасываю к себе. Макакис! Блядь, два Макакиса. Блядь, два Макакиса, блядь! Блядь! Буф! Дай мне вампиризму. Арбузик. Все, пошел в разнос. Шо, Макакис? Я под грибом, Макакис, у тебя нет шансов. На, соси. Еще один? Приручить. Блять, крипера подсосал к себе, дурак. Макакис, хэлп. Еще год быстро проходит, с 13 зрителей поднял сюда сотен, откуда все деньги моих суд не заботит? Какой смотреть Путина? Я, блядь, не понимаю, заботит. О чем речь. Будем еще Путина смотреть. А, Путина, который идет, широкий идет. Но если смешно будет. Так. Че за пиздец, блядь? Блэд, мне вот этих криперов надо как-то... Ладно, сейчас. Но! Все. Опа. Блин, меня там запрет. Сейчас, подождите, откатится гриб. Отойди. Справлюсь сам. С этим тоже справлюсь сам. Так, справляемся.
Справляемся. Под грибочком. Крипер. На! 7000 урона. Хотел такое, блядь? Опа, макакиса. Есть, все. О, броня ниндзя. Так это наш или нет? Броня ниндзя по центре. Херня, все. Хочу еще попробовать броню оцелота нормальную, легендарную какую-то. Так, мистер скелетики. Здрасте. Здрасте, здрасте. Здрасте. Здрасте, мистер скелетики. Ай, крипер. Да, крипер, иди кого-нибудь взорви. Пиздец. Все, врыв. Пока. Давай, пока. Я под грибом, вы мне ничего не сделаете. Что вы ты мне сделаешь, Гриффин? Опа, вы подобрали пораженные семена. А ну. Ля, пораженные семена. А так. Вырастает... Шо? Вырастите колючую лозу, поражающую ядом. Чего? А ну. Где? А, я становлюсь лозой. Чего, блядь? Чего? Что сейчас случилось? Чего, блядь? Вырастите колючую лозу, поражающую ядом. Ненадолго опутывает мобов поражение опутанных мобов ядом. А ну-ка, сейчас попробую еще. А, смотрите, я их реально опутал чем-то. Херня такая. Херня какая-то, пацаны. Походу, ну, пока мне не очень нравится эта дича. Хотя, если меня всю толпу вокруг меня этой лозой закидает, то окей. Но я лучше пока буду хилиться, мне хилка поважнее. Но прикольно, ладно, может быть. Давай, 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 давай. Все, пока. Все, пока. Все, давай, быдло. Отдыхай, отдыхай, быдло. Отдыхай, быдло! Ой, блядь! За вот эти, блядь, 3 копейки я сражался сейчас. А куда идти? Я думал, тут финал. Игры престолов. Получается, у меня одна жизнь осталась. Давайте. Шо? Я приручил самых сильных. Что ты хотел? На, дебил, лови. Лови, дебил. Куда? 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 А ну-ка. На, быдло. Еще один макакис идет. Приручить макакиса. Приручил макакиса, есть. Физич. Блин, вот эти стреляющие хрени меня бесят. На, 14 тысяч. Лови, быдлос. Блин, крипер! Так, тут бесполезно что-то дальше делать, пойдем. Идем, идем, блядь. Взрывай их. Хоть что-то помоги. Может быть, я пробегу? Я пробегу, я пробегу. Смотрите, все. Я почти пришел. А, нет, там много еще. Мне бы стрел. Зачем мне эти деньги? Дай стрелы. Сак. Сак, 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 сак. Слушайте, очень редко лучезарность. А, вот, вот сейчас выпала лучезарность. Все, сори.
там пусть что-то происходит. Фух, все, стрел у меня 1000. Все, я смогу любого босса победить. Хотя посмотрим на его поведение, как он вообще себя будет это, что он делает. Ничего не могу сделать. Все, давай, пока. Как долго? Блин, то, что оно подтягивает, это только портит все. Крипер! Пошли, пошли, пошли. Все, раш пошел. Я под грибом, блядь! Ебанумбус там пауков этих. Придется потратить. Придется потратить. Блять! Блять! Все, пауки, идите в жопу! Блять! Тихо, тихо, тихо. Сейчас. На, все, пока. Давай, паукан. Надо крипера убить. Нормально. Куда идти? Тут сундучок. Блин, без гриба это очень такое себе оружие. Фух, сейчас. Подождите, я под инвизом еще 2 секунды буду. А ну-ка. Давай пока крипер. Еще криперы! Блять, еще криперы! Блять, одни криперы! Вот это жестко было. Фух, стрелы отбил. Уже похоже на предфинальные места какие-то. Бан. Блин, прости, обезьяна, мне придется тебя приручить. Так, я не понял, тут тоже какая-то загадка. Короче, смотрите, ничего не понятно. Вот это сюда. Зачем? Что? Непонятно. Блять. Обезьяна, не иди, пожалуйста. Обезьяна, уйди. Макакис, отстань. Макакис. Но мне, видимо, тут всех придется перебить. Блять, еще один макакис. Топорик. Сейчас. Макакиса надо приручать. С макакисом драться бесполезно. Так, нормально. Нормально. Оп. Так. Все. А где еще хотя бы одна кнопка? Я не понял. Да умри!
Так, по центру, а ну-ка, подождите. Вот это тут как будто есть какой-то вход. Ага. Ага, ага. Они держать должны и быть повернуты к вот этой штуке вроде как. Они лицом должны быть к ней повернуты, правильно? Ну, видимо, да. А ну. Значит, я его только что отвернул. Так. Ага. И с этой стороны такая же должна быть штука. Есть. И куда это я? Блэд, опять про лаги, да? О! Блин, я отвлекся на то, что FPS упали. Так. 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 Это какая-то крипта, пацантре, это не то. Я, это крипта, мне не сюда, мне кажется, мне не сюда. Сейчас заберу вот этот сундук и я пойду обратно, наверное. Уйди! Обезьяна, привет. Опа, лук души какой-то. Ну ладно. Не, я не пойду, это крипта. Все, бан. Со своими тупиками очень смахивает на крипту, в которую не обязательно ходить. Так. Здесь должен быть проход, вроде. Вот тут вот по карте проход. А его нет. Подождите, это да. Ключ. А ключ, видимо, вот отсюда надо взять, слева. Пойдем возьмем. Так, так. Приручил обезьяну. Нормально. Ой, блядь, да ёбаный насрал! Пиздец! Что так сложно? Да, блядь! Обезьяна! Килл обезьяну, скелеты! Блэд! Там еще эти челики зачаренные. Еще обезьяна! Надо ждать, я хочу обезьяну приручить. Надо приручить обезьяну и загреть их на тех чебуреков. Обезьяна, прости. Обезьяна, отстань. Обезьян, отстань. Обезьян, отстань. Обезьян, блядь! Не бей. Все, иди. Вон он ключик. Ну придется так. Заметьте, кстати, как у меня медленно стрелы тратятся, у меня бесконечность. Так.
Последний шанс, а там еще с боссом драться, блядь. Только не криперы. На. Все, бан. Только бы не криперы. Ну как там от крипера откосить, если, блядь, это замкнутое пространство в 4 блока вонючих? Не вой, блядь. Короче, я перерыв возьму, либо я не хочу сейчас это делать, и все. Швычок, югучок, на природе, при погоде. Швычок, югучок, на природе, при погоде, и свинины. Это...